Добрый день, дорогие друзья. Время универсального формата пришло 13.05 на ваших часах, а это значит, что мы работаем в прямом эфире. 202-11-22, номер телефона наш неизменен, ждет ваших звонков, ждет, конечно же, желающих получить наши призы, ну и желающих стать участниками нашего эфира. Звоните, общайтесь, задавайте свои вопросы и, конечно же, выслушайте ответы на них. Меня зовут Юлия Севера, и сегодня мы в студии рады приветствовать вновь самарских татар, действительно людей с интересными новостями, очень много новостей нам сегодня они расскажут. Итак, представлю всех поименно, начну, наверное, с человека, которого, кстати, мне сейчас только что перед эфиром сказали, 3 года, уже возглавляет свой пост, муфтий Самарской области, председатель регионального духовного управления мусульман региона Талиб Хазрат Ярулин. Здравствуйте. Здравствуйте. Рядышком расположился президент Самарского областного татарского общества Тугантел Ильяс Шакуров. Здравствуйте, Ильяс. Главный редактор журнала «Самарские татары» Данияр Сайфиев. Здравствуйте. Ну и рядышком со мной прекрасный главный редактор информационного медиапортала «Самарские татары» Рима Нуретдинова. Здравствуйте, Рима. Ну, действительно, новостей очень много, но, наверное, позвольте все-таки о праздниках, о таких праздниках, которые заслуживают внимания. И в первую очередь, пожалуйста, вам слово. Очень много состоялось каких-то интересных событий, и самарские паломники приехали, вернулись, один из великих праздников, и какие-то семинары, лекции. Пожалуйста, вам слово. На протяжении небольшого времени прошли очень значимые и большие события. 23 сентября в Москве, как вы все знаете, наверное, открылась соборная мечеть. И мы были приглашены туда. Было очень много народу, было много гостей. И самое главное, был президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И сказал очень хорошие слова о том, что ислам является религией. Люди, которые исповедовали эту религию в нашей стране, были начинателем, строителями нашего государства. И мы рады этому. И также было высказано президентом сообщение о том, что было принято решение сделать в Булгарах, это в Татарстане есть такой город, Булгар, сделать исламскую академию. Угу. И 8 октября мы также присутствовали там. Там были многие гости, приезжал президент Татарстана, был первый президент Татарстана Шамиев, были гости, и это мероприятие было приурочено тому, что были открыты 6-месячные курсы обучения имамов, подготовки имамов, для того, чтобы люди не выезжали за рубеж, а получали образование здесь. Угу. Было это главное условие, главный приоритет того, что люди, чтобы получали образование здесь. И были приглашены учителя и ученые с разных стран для того, чтобы давалось это обучение. И также был рассмотрен вопрос о предполагаемом строительстве исламской академии. И также 24 сентября во всем мире праздновался Курбан-Байрам. Это большой праздник, и в наших всех мечетях проходил этот праздник широкомасштабно. Например, в соборной мечети по оценкам где-то 14-15 тысяч человек было в соборной мечети. Все не размещаются в этой мечети, к сожалению, приходилось читать на улице. И московская мечеть, которая была построена, она вмещает 10 тысяч человек. А у нас, если брать по нормативам, то 4-5 тысяч человек. Но в такие праздничные дни, когда можно немного уплотниться, то есть было 7 тысяч человек в мечети, а остальные люди были на улице. И также паломники наши приехали, 7 октября, приехали наши паломники, которые совершали обряд паломничества. Это один из основных обрядов, который является
обязанностью мусульманин, если он имеет возможность, если имеет средства, если есть здоровье. И вот в этом году 27 наших паломников во главе с Наиль Хадрат Сулейманов, они отправились и совершили вот это, выполнили свою миссию. И слава Всевышнему, вернулись все живы-здоровы. Все вы слышали от тех катаклизмов. Да, нелегкое. Да, нелегкое было паломничество. Угу. Но, слава Богу, все обошлось. Наши самарские представители, там их не было, в этот момент не было. Поэтому они все сумели живыми-здоровыми вернуться. И довольны тем, что Всевышний позволил им совершить вот этот обряд, и что они все живы-здоровы вернулись, и мы их приветствовали и встречали в мечети, когда они приехали с этого паломничества. И также еще сегодня хочется сказать о том, что сегодня вот 14 октября является первым днем Нового года по исламскую летоисчисление, по хиджре. Месяц Махарам, первый день этого месяца, 1437 год. То есть с момента, когда пророк Мухаммад, мир ему благословение Всевышнего, переселился из Мекки в Медину, ведется отчет времени исламской веры, так сказать, летоисчисления. То есть, когда сильный рассвет был ислама, начинался сильный рассвет ислама, вот с этого момента берется отчет, и мы рады тому, что мы являемся представителями страны, которая сама без каких-то войн приняла ислам в 922 году, и наши предки сохраняли эту религию и довели эту религию до совершенства и оставили нам ее. И у нас вот в нашем государстве, в нашей Самарской области очень много представителей ислама, и ведется работа с ними различного рода, и с молодежью ведется работа, и с детьми, и с женщинами. И вот 21 ноября мы планируем провести для мусульманской молодежи форум, который будет проходить в мечети. И мы приглашаем всех ребят, девчат, женщин, мужчин прийти для того, чтобы вместе провести этот праздник, послушать выступления гостей, которые приглашены будут из Казани, из Уфы, из Москвы, для того, чтобы лучше познавать, лучше знать, и чтобы было общение, и сообща мы сумеем многое сделать для того, чтобы показать свою религию, показать, что ислам — это не зло. К сожалению, сейчас в мыслях обывателей мысли такие о том, что ислам, он источает зло, хотя это не так, и Владимир Владимирович подчеркнул это, то, что нельзя сравнивать ислам и вот исламское государство, с которым сейчас сражаемся. То есть это лишь коммерческий проект, который был сделан для того, чтобы опорочить веру и для того, чтобы иметь какие-то материальные выгоды от создания вот таких государств. И мы рады тому, что наше государство ценит и хорошо откликается о нашей вере и помогает во всем. Вот, в частности, Самарская область является одним, наверное, из немногих регионов, где правительство помогает именно вот поддерживает в развитии ислама в нашей губернии. Хочу вернуться к форуму, который состоится 21 ноября. Каждый ли желающий может принять участие, может стать слушателем, либо необходимо как-то дополнительно записываться, дополнительно какой-то, может, отбор пройти, не знаю, либо это все приглашаете любого желающего? Да, мы приглашаем любого желающего, кто желает послушать, кто желает поучаствовать. У нас двери всегда открыты.
То есть 21 ноября в 10 часов в соборной мечети мы приглашаем всю молодежь для того, чтобы поучаствовать. Ну, могут прийти, так сказать, более пожилые люди для того, чтобы ознакомиться и послушать лекции, и послушать выступления наших гостей, которые приедут. Спасибо. Что ж, давайте с вами посмотрим сюжет. Как вы сказали, что действительно самарские паломники приехали, и вы их встречали радостно, я так понимаю, потому что это действительно нелегкий путь, они преодолели, вот, но совершили свою миссию. Давайте посмотрим, вспомним, хорошо, как это хорошо было, а после вернемся в студию. Хорошо. 6000 километров мусульманского хаджа. Именно столько самарские верующие преодолели за 2 недели паломничества по святым местам Саудовской Аравии. Автобусом, самолетом и снова автобусом. И вот, наконец, паломники вернулись домой. Прежде чем отправляться совершить паломничество, у нас несколько месяцев проводится обучение, как правильно совершить хадж, как вести себя в той или иной стране, какие у них нравы и так далее. Жители королевства Саудовской Аравии – мусульмане. Поведение, одежда, передвижение в этой стране строго регламентированы. Как для местных жителей, так и для путешественников. Например, запрещено фотографировать людей из здания. За помощью лучше обращаться к мужчинам на арабском языке. Смотреть на женщин вообще запрещено. Живут паломники не в 5-звездочных отелях, хотя и это возможно, а в обычных общежитиях. Многое изменилось, многое переосмысливаешь после этой поездки, потому что отношение к людям уже меняется, терпение, более спокойнее становишься на самом деле. Паломников встречают родные и друзья, волнуются, все ли прошло хорошо. Ведь во время хаджа в Мекке в давке несколько сотен человек погибли. Самарцев, к счастью, эти события обошли стороной. Европейский сектор, именно вот и российский блок, где мы, российские паломники, живем, находится в очень удобном расположении, в частности, безопасности. Первый самарский, тогда куйбышевский паломник, отправился в хадж еще при Советском Союзе, добирался в Мекку окольными путями через Кипр. В этом году самарские верующие, кроме исполнения обязательных обрядов, побывали и на могиле пророка Мухаммеда в Медине. 202-11-22 – это телефон нашего прямого эфира, универсальный формат в эфире. Что ж, ну и как всегда, радуем вас интересными билетами, интересными призами. Этот день не исключение. Разыгрываем мы билеты на спектакль «По зеленым холмам». Это детский спектакль, так что родители детей, пожалуйста, быстрее подходите к экрану, прибавляйте телевизор и слушайте мой вопрос. Вопрос, собственно говоря, из области общих знаний. Сколько куплетов в национальном гимне Греции? 11, 158, 19, либо 123, 202, 11, 22. Что ж, ну а пока я передаю слово Ильясу Гумеровичу. Много тоже у вас новостей. Давайте рассказывайте. Знаю, к примеру, то, что совсем недавно, на днях буквально, вышла книга. Что это за книга? Кто автор? Чьи творения собраны в этом издании? Расскажите, пожалуйста. Юль, я отвечу на ваш вопрос обязательно. Но сначала, пользуясь случаем, хочу от имени татарской областной организации «Тугантель» и от имени медиахолдинга «Самар Татарлары» поздравить Олега Борисовича с вступлением в должность вчера. Мы очень много с ним взаимодействовали во всех его ипостасях. Я думаю, что и в должности главы администрации, главы Самары, Олег Борисович с нами будет взаимодействовать продуктивно, результативно на благо и городу Самара, и благо татарской общины. Также хочу поздравить нашего соплеменника Галиева Ильдара Рафаиловича с избранием на должность главы администрации сельского поселения Кинельский, потому что на такой высокой должности, насколько я знаю, поселок Кинельский татарина еще не было. И тоже надеюсь, что татарин во главе поселка Кинельский вместе со всем населением этого поселения будут работать результативно и успешно на благо жителей этого поселения. А также хочу поздравить от нас, от общественных организаций, министра культуры Самарской области Филиппа Сергея Васильевича с сегодняшним днем рождения, потому что также в нашей деятельности, так как мы в основном, к сожалению, действительно проводим больше не съезды и какие-то активы, там еще такой политучебы, а проводим в основном культурно-массовые мероприятия. Конечно, без взаимодействия министра культуры Самарской области, областной общественной организации, ну, никак не получает жить. Поэтому мы надеемся, что у нас с ним тоже будет продуктивное, результативное сотрудничество. Желаем ему доброго здоровья, благополучия ему и всем его близким. По поводу книги, действительно, 9 числа прошла презентация книги Равката Набиуловича Аглиуллина, главного редактора газеты «Бардамлек», книги о Гакиле Сагирове. Издана эта книга пока 700
в количестве 700 экземпляров. Она будет распространяться для общественных организаций, библиотек, для общественных деятелей. Книга очень хорошая, очень интересная, потому что Гакиль Сагиров – это, в принципе, непридуманный наш Островский. То есть, как человек, который заболел в молодости и практически неподвижный, творил, писал стихи, писал картины, писал рисовал рисунки, которые вот в этой книге все и нашли отражение. И мы очень надеемся, что у нас, опять же, совместно с Министерством культуры Самарской области, правительством Самарской области, возможно, с правительством Ульяновской области и Татарстана, получится еще в родном селе Гакиля Сагирова, Старофизула, Кошкинского района, все-таки организовать, доделать, довести до ума музей имени, его имени, для того, чтобы вот его личный жизненный подвиг и пример был образцом для подражания подрастающего поколения, как бы и образцом стойкости. На пресс-конференции даже презентация прозвучала, что, возможно, будет номинация премии стойкости имени Гакиля Сагирова. Секундочку, да, все-таки прерву ваш разговор для того, чтобы принять звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, конечно. Как вас зовут? Добрый день. Как зовут? Добрый Представьтесь, день. Пожалуйста. Алло, меня зовут Алексей. Алексей, очень приятно. Приятный голос у Алексея. Скажите, пожалуйста, наверняка знаете вы ответ на наш вопрос. Сколько куплетов в национальном гимне Греции? Раньше было 158. Угу. А сейчас 19. Сейчас 19. Ну что ж, да, 150, вот так вот, посмотрите-ка, хотел вас запутать, а вы вот все сказали. Да, действительно, 158 раньше был в национальном гимне Греции, ни один грек наверняка, возможно, наизусть-то и не знал его, но вот такое было. 19 сейчас сократили, вас поздравляю, 2 билета на спектакль «По зеленым холмам» достается именно вам. Есть ли, ну, собственно говоря, не знаю, ребенок, племянник, кто пойдет? Я думаю, что сын. Сын. Наверное. Ну, отлично. Сыну привет. Папа молодец у него. Вот такой подарок ему сделал. Спасибо большое вам за звонок. Что ж, ну, мы продолжаем с вами. На презентации также было озвучено, что книга переводиться будет на русский. Сейчас она издана на татарском языке. Будет обязательно переводиться на русский язык. Возможно, выйдет в двух, как бы, сразу смешанном варианте, татарско-русском варианте, что будет удобнее и для русского читателя, и для некоторых уж татарских читателей, которые, к сожалению, читать татарский уже не могут, не умеют. Угу. И также мы объявили, что Ассоциация Одесса татарских предпринимателей Самарской области, в принципе, готова профинансировать перевод этой книги на английский язык и издание ее на английском языке. Поэтому, если кто-то захочет, как бы, заработать и показать, прозвучать, опять же, в глобальном информационном пространстве как переводчик книги о татарском Островском, милости прошу. То есть привлекаете все-таки к сотрудничеству? Мы открыты, мы же общественная организация, мы открыты, мы никакая не секта, мы Самарское областное татарское общество Стуган-Тель, поэтому мы готовы. Которые дружите, вы знаете, и, собственно говоря, любите. И мы вручаем грамоты представителям других национальностей, которые нам оказывают активную поддержку, техническую, организационную, и мы всегда открыты сотрудничеству. Еще хочу сразу, пока вот не забылось, объявить об одной дате. Дело в том, что 4 марта 2016 года исполнится 25 лет, как был воссоздан Камышлинский район. Когда-то он был еще в советское время, 20-е годы. Это район возник впервые, как бы, Туганский, по-моему. А потом его расформировали в связи с 60-е годы, в связи с созданием совнархозов, укрупнением регионов. А вот в 91-м году, 4 марта, Борис Николаевич Ельцин подписал указ Президиума Верховного Совета Российской Советской Федеративной Республики РСФСР о воссоздании района Камышлинский за счет части Клявлинского района. Мы бы хотели, конечно, чтобы все выходцы из Камышлов, здесь сегодняшние жители Камышлинского района, татарские общественные организации приняли активную участие часть проведения этих торжеств, потому что я думаю, что единственный такой муниципальный район на территории Самарской области, где компактно проживает татарское население, и это дает определенные возможности в плане и сохранения языка, и культуры, и традиций, и обрядов, и для нас это очень-очень важно. Угу. Что ж, ну, я думаю, у вас еще есть новости в запасе, но для начала давайте все-таки разберемся. Как всегда, на нашем столе, помимо вкусностей всяких разных, которым сегодня будет редакция угощаться, конечно же, представлены журналы «Самарские татары». Хочу обратиться к главному редактору этого журнала. Рассказывайте, пожалуйста. Я так понимаю, что действительно тоже какая-то дата, 2 года, как этот журнал зарегистрирован, ну, как СМИ, правильно? Нам действительно исполняется 2 года. Вот журнал, который вы видите, он вышел вот из типографии буквально несколько дней тому назад. Вот. Это уже 12-й номер наш. На обложке как раз наш гость. На обложке как раз... Можно показать его?
наш муфти Талиб Хазрят. Вот, интервью с ним в этом номере, оно является центральным материалом. И мы как бы угадали, мы как раз сделали интервью, а потом уже пошло и открытие московской мечети и так далее. И вот вся эта тематика острая, это и ИГИЛ, это вот и вопросы экстремизма и так далее. В этом интервью все отражено. Я думаю, кому интересно, кому любопытно, могут купить наш журнал в офисах Ипозембанка. Угу. А еще лучше, конечно, на него подписаться. Можно. Есть такая возможность. Да, в любом почтовом отделении Самары, Самарской области, открыта на него подписка. Подписной индекс 72675. Вот, а стоимость подписки чуть меньше 500 рублей на полгода. Вот. Мне кажется, это самый удобный способ получения этого журнала. Это, в том числе, это еще и поддержка будет нам как редакции, потому что, сами понимаете, что на сегодняшний день выпуск таких изданий он очень недешевый. Тем более мы видим действительно издание такое, ну не просто так, красивые страницы, красивая бумага, ярко. Хороший, содержательный, глянцевый журнал. Угу. Вот, как всегда. С хорошим наполнением, сказал, не просто глянцевый, с хорошим наполнением внутри. Это само собой разумеется. Вот, как всегда, мы вот поставили себе определенную планку, определенные рубрики, определенные темы. С первого номера мы пишем и говорим о культуре, об истории татарского народа, о том, чем он сегодня живет. И естественно, мы не обходим стороной ни проблематику, ничего. Вот. Ну, стараемся следовать вот всем этим поставленным нами изначально задачам, и пока, слава богу, справляемся. Угу. Вот, еще раз я призываю всех наших соплеменников подписаться на наш журнал, вот, потому что все-таки при тираже от 1500 до 3000 иметь там 10-15 подписчиков — это ни о чем. И, в принципе, наши учредители уже говорят, если мы в ближайшее время не догоним нашу подписку до 300-400 экземпляров, будет стоять вопрос, наверное, закрытие журнала. Так, нельзя. Но мы не будем говорить о грустном. Действительно, нельзя. Это я просто-напросто призываю всех телезрителей, для тех, кому интересно, пожалуйста, вы задумайтесь, пожалуйста, вот вам надо это или нет. Так что подписка действует и ждут вас. Да. Знаете, ремарочка к этому вопросу. Дело в том, что действительно наши читатели, возможно, привыкли, что кто-то, вот Господь послал сыру, направил деньги, бюджетировал этот журнал, или Самарский областной бюджет, или Российская Федерация, или еще, не дай бог, откуда иностранный агент какой-то, дают деньги, они печатаются. К сожалению, нет, это деньги местных наших предпринимателей, меценатов. И вот с этого уже номера практически мы бесплатно его раздавать прекращаем. И даже те структуры, куда мы в областную библиотеку давали 200 экземпляров, школам давали больше 200 экземпляров, там еще населенные пункты, мы практически с этого номера бесплатную рассылку прекращаем. Поэтому если кто-то все-таки журнал считает интересным и хочет его почитать, придется или подписаться на него, или покупать по тем адресам, которые мы указали. Тем более, все-таки мы добились, очень сложно было разместить его в продажу Роспечать, там, в печать. Мы все-таки попросили, уговорили, нам помогли наши коллеги, что в магазинах Чекона по четырем адресам магазин тоже, журнал тоже можно купить. Угу. Эти все адреса можно посмотреть на сайте samtatnews.ru, о котором мы еще будем. Да, давайте не будем делать лишнюю рекламу. Все-таки у нас есть сайт, где мы сможем посмотреть всю информацию. О сайте, я думаю, поговорим чуть-чуть попозже. Для начала все-таки заинтересую наших телезрителей новым розыгрышем, а это билеты на спектакль «Знаток женского сердца». Я думаю, ну, вдвоем, с парой можно отправиться на это интересное мероприятие. Вопрос, опять же, из области общих знаний. Как долго улитка может спать? 1 год, 25 дней, 3 года, либо 5 минут. 202, 11, 22. Ну, если, быть может, у вас есть такое домашнее животное, как улитка, вы наверняка справитесь с этим вопросом. А пока хочу обратиться к Риме. Я так понимаю, вы сотрудничаете журнал, сайт «Самарские татары». Вообще, действительно, что мне нравится... Ну, это медиахолдинг. Да, мне что нравится, что вообще все самарские татары между собой сотрудничают. Это действительно, это что-то удивительное. Это такое... Всегда в эфире восхищаюсь этим, потому что это единая, дружная такая семья, я бы так сказала. Поэтому я удивляюсь. Есть чему поучиться у остальных национальностей, у остальных народностей. Что ж, Рима, рассказывайте, пожалуйста, про свой сайт, как давно он существует. У нас вот такой
небольшое событие. Ровно 2 года назад, а конкретнее 17-18 октября у нас заработал новый информационный медиапортал 2013 года. Заработал новый информационный медиапортал «Самар Татарлары», «Самарские татары» на русском и татарском языках по адресу samtatnews.ru. И вот достаточно за короткий срок нам удалось сделать очень многое. Сайт завоевал своего читателя, поставлял в течение 2 лет... Как раз сейчас видим, как выглядит у нас, да, и адрес сайта. Поставлял самые горячие новости и заявил о себе как о новом информационном ресурсе. И вот в течение этих 2 лет наш сайт информировал о всех событиях, происходящих в жизни самарских татар и мусульман. И не только самарских, но и российских татар и мусульман. Разъяснял какие-то исламские вопросы, популяризировал культурные ценности нашего народа, ну и вообще писал на злободневные такие темы. Ни для кого не секрет, что наш регион гордится множеством печатных изданий, которые представляют нашим читателям богатую информацию о традициях, современной жизни самарских татар. Это газета «Бердамлек», газета «Салям», журнал «Самарские татары», это газета «Камышлинские известия» муниципального района «Камышлинские», где проживают в основном татары, и газета выпускается на 2 языках, русском и татарском. Так вот, этим татароориентированным, татароязычным печатным изданием мы предоставили возможность публиковать свои материалы на базе нашего портала. То есть мы их объединили в одном едином информационном поле, предоставили возможность им консолидироваться. Это тоже очень удобно. А на нашем сайте можно прочитать публикации всех авторов, всех татароязычных авторов, всех татароязычных газет. Я так понимаю, что не только сайт, есть еще и страница в социальных сетях, правильно? Да, я об этом сейчас позже расскажу. Еще вот хотелось бы сказать, что наш информационный медиапортал, он, знаете, он превратился в такое интернет-представительство самарских татар в мировой сети, представляющих для широкой аудитории все сведения необходимые. Ведь нас перепечатывают многие татарстанские интернет-издания, например, Интертат, Татаринформ, сайт Всемирного конгресса татар. У нас наблюдается активный рост посещаемости. Ну, в среднем, значит, в месяц у нас IP-адресов, то есть посетителей в месяц составляет 12-19 тысяч человек, и ими просматриваются 80-110 тысяч страниц. Есть, да, в социальной сети у нас ВКонтакте есть своя группа, подписчики, около 4000 подписчиков, значит, читают наши новости. ВКонтакте в основном молодое поколение, а в Одноклассниках, значит, нас читают подписчики групп, сельских татарских групп и таких сообществ, как «Самарские татары», там «Дружбы» есть, «Свежие татарские новости». В них подписчиков по 5000 человек. На нашу электронную почту приходит очень много писем от наших читателей, простых соплеменников, которые отправляют фоторепортажи, фотоотчеты с разных событий. Значит, то есть они сами поставляют нам эти новости для сайта. Нам, вот я сказала соплеменники, и не права, потому что нам пишут не только соплеменники. Например, нам постоянно пишет Ирина Николаевна Барабаш, это методист центра внешкольной работы Пухсинского района. О наших соплеменниках, которые проживают в Пухсинском районе, пишут о каких-то событиях, в которых они принимают участие. Пишут нам и из других регионов. Пухсинск, кстати, тоже смотрит, поэтому передаем Ирине Николаевне огромный привет, я так понимаю. Да, благодарность. Благодарность. Нам пишут и из других регионов. Нам ребята писали из Санкт-Петербурга, из Москвы. Нам писали очень интересные публикации аналитические. Недавно вот отправил интересную публикацию заслуженный работник культуры Республики Татарстан, гражданин Арчинского района Республики Татарстан Ильдус Сагдеев, это коллега нашего именитого покойного земляка Салиева Гизова, который проживал, который вырос в Камышинском районе. Кроме этого, читатели нашего сайта активно комментируют, то есть можно сказать, что сайт еще является такой площадкой для обмена мнений. Форум. Да, ну, на мой взгляд, поэтому нам удалось завоевать популярность. Вот еще хотелось бы напомнить, да, всегда, что... кстати, читателям интересна обратная связь, чтобы не только им, но и они что-нибудь предлагали, как-то они комментировали. И для изучения общественного мнения это тоже площадка. Вот в прошлом году у нас проходил такой конкурс «Татарка за татарская девушка», и на базе нашего портала мы проводили интернет-голосование и приняли участие в этом опросе. В этом голосовании почти 6000 IP-адресов. Это тоже неплохо для татарского сообщества.
Вот. Есть у нас еще одно радостное событие. В этом году наш портал принимал участие во всемирном конкурсе татарских интернет-проектов. Драгоценности знаний. Вот у меня Белим Жаухарляры по-татарски, да, на русском значит драгоценности знаний. И вот нам сообщили, что мы в номинации «Тематический ресурс. Творческая драгоценность» заняли какое-то призовое место. Какое именно, пока неизвестно. Пока неизвестно, организаторы скрывают. Ну вот 16 октября в пятницу состоится вручение наград, награждение финалистов. Совсем немного осталось дождаться. Казани, я думаю, да, что высокое место. Мы еще придем к вам. Еще придете к нам после 16-го, конечно. Да, и туда мы приглашены. Можно авторов, я думаю, все-таки на благо и журнала, конечно, и интернет-портала. Очень много авторов трудится, и редакторы, и наверняка фотографы. Там целые, я думаю... Банкет организуем по этому случаю. Этот всемирный конкурс татарских проектов вообще проводится Министерством образования, Министерством культуры Республики Татарстан уже 6-й год. В этом году, насколько мне известно, там около 100 интернет-проектов приняли участие со всей России. Кстати, мы в этом году сами провели конкурс среди администраторов и модераторов татарских групп в социальных сетях. У нас общественная организация «Тугантель» объявила об этом в апреле. И вот с апреля по октябрь, полгода, значит, наши конкурсанты, модераторы и администраторы социальных сельских татарских групп, городских татарских групп в социальных сетях принимали участие. В основном из социальной сети «Одноклассники», 10 конкурсантов. Ну, ни для кого, наверное, не секрет, что в каждом селе живут группы людей, которые активно освещают жизнь своего села в интернет-сообществах, и татарские села тоже не исключение. У нас самый активный там является Мингалимова Джамиля, которая проживает в райцентре Камышла. Она является модератором группы «Терра Камышла». И вот с апреля по октябрь буквально каждый день она нам отправляла фоторепортажи, фотоотчеты с разных событий, писала о жителях села, и не только своего села, ну и вообще Камышинского района. О фронтовиках, о тружениках тыла. То есть активно поддерживала, активно делилась новостями. Да, поставляла нам новость. Репортер. Да, поставляла нам новость из Камышинского района. И наградить финалистов мы планируем 1 ноября в рамках татарского национального осеннего праздника Сабыля, который пройдет у нас в Декакирово. На площади да. Так, ну что ж, спасибо большое. Разобрались с сайтом. Но у нас же еще множество мероприятий каких-то планируется, знаете, да? Знаете, чтобы не забыть, у нас ближайшие события 16 октября будет шикарный, хороший «Эхо Алмагачлара» спектакль «ДК Кирова». 24-го будет хороший спектакль «ДК Чайка». Концерты и другие мероприятия, опять же, просим, призываем просматривать на нашем сайте samtatnews.ru. У нас есть несколько афиш, давайте быстренько декабря будет, давайте, да. 5 декабря будет викторина для знатоков татарского языка, для детей школьного возраста, которые не обучаются в школах, где в школах нет обучения татарскому языку. То есть те татарские дети, которых обучили родители 5 декабря, в субботу в школе Яктылык, как в прошлом году. В ноябре будет викторина по татарскому языку в школе Яктылык. И в декабре же мы думаем, что будет областная олимпиада по татарскому языку для жителей сельских районов Самарской области. Еще хочу объявить, что мы, вот татары Самарской области, с завистью смотрим, как проводят сейчас конгрессы, съезды свердловские татары, челябинские татары. Сейчас это отмечается в ноябре, по-моему, съезд татар Тюменской области. У нас когда-то тоже были такие пожелания, такие предложения, такие мысли. Вот по разным причинам это не состоялось, но мы думаем все-таки, что этот вопрос созреет, и тоже и съезд татар Самарской области или конгресс тоже пройдет. Ну а в ближайшее время мы попытаемся собрать такой вот актив, наверное, это руководитель татарской общественной организации, муфтията нашего мусульманского родомсо, и, конечно же, депутатов разных уровней, потому что у нас вот татары есть депутаты, не у нас вот татары, может быть, даже, а татары депутаты есть в губернской думе, в городской думе Самарской, в городской думе Тольятти, в городской думе Новокуйбышевске, в районных сельских советах, поэтому и в районных советах городского города Самары. Нам бы очень хотелось их вместе собрать и обсудить животрепещущие вопросы жизни общины татар Самарской области, потому что это и вторая, и третья татарская школа, и школы в других городах, это и вопросы кладбищ новых территорий, это вопрос восстановления исторической мечети, это вопрос передач национальных на
телевидении и радио, которые, к сожалению, мы местных не наблюдаем пока. Это очень серьезный вопрос, и мы надеемся, что такая встреча в самое ближайшее время состоится. Депутатов просим быть настороже и прислушиваться, и присматриваться к нашим сообщениям. И еще, конечно, хочу сказать, что мы наметили сейчас в проекте подписание договора с той или другой телекомпанией на создание фильмов к 25-летию района Камышлинского, как я уже сказал, и фильм один, посвященный 20-летию или вообще существованию школы Яктылык и первому директору этой школы, зачинателю, энтузиасту этой школы, подвижнику этой школы. Тут много эпитетов можно привести, потому что если бы не Харида Габдулзяна Дашкина, наверное, школы Яктылык в Самаре бы не было бы, да. Вот фильм, посвященный ей и школе Яктылык, тоже мы планируем запустить в производство. И надеемся, что в декабре, в январе мы с помощью Самара ГИС тоже покажем нашим зрителям и эти фильмы. Наверное, вот. Так, давайте подводить итоги. Ну, во-первых, у нас остается не так уж много времени, поэтому наши телезрители призывают все-таки ответить на вопрос. Давайте сейчас я скажу, что разыгрываем билеты на спектакль «Знаток женского сердца». Как долго улитка может спать? 1 год, 25 дней, 3 года, либо 5 минут. Ну, собственно говоря, буквально 5 минут у нас есть, чтобы вы дозвонились, дорогие телезрители. Ну, а вам даю слово, да, что не сказано еще. Да, у нас несколько лет подряд Самарское областное татарское общество «Гантель» проводит детские новогодние праздники. Мы проводили в ДК Пушкина, и в этом году тоже будем проводить 27 декабря, поэтому родители просим мобилизоваться и подучить своих детей дошкольного возраста и школьного возраста, потому что мы собираемся пригласить сюда театральный коллектив, который покажет спектакль один для взрослых, один для маленьких в один день, как мы уже несколько лет подряд делаем. И мы надеемся, что они смогут принять в этом мероприятии участие. Ну и, конечно же, что хочу еще сказать, есть предложение от молодежи. У нас в последнее время вышли несколько фильмов о татарах, принимавших участие в Первой мировой войне, о татарах, принимавших участие в Великой Отечественной войне. То есть документальные фильмы, хорошие фильмы. И есть несколько художественных фильмов в высоком качестве. Мы бы хотели все-таки определиться. Вот наша татарская общественность нуждается в том, что мы организовали в кинотеатрах показы этих фильмов, наверное, серию из 3-5 показов. Каких фильмов? И хотела бы, чтобы, пользуясь интернет-порталом, они свою точку зрения высказали. Там, по-моему, такая дискуссия уже началась. Какие фильмы? Когда? Где? Как? Бесплатно? Не бесплатно? Кто готов спонсировать? Может быть, меценаты какие-то проявятся? Мы с удовольствием это мероприятие организовали, провели бы для любимых наших татар Самарской области. Что ж, давайте подводить итоги. Итак, ну, собственно говоря, поздравляем журнал и портал с таким маленьким, ну, днем рождения, 2 года все-таки. Между прочим, ошибочка. Журнал 2 года как средство массовой информации. А издается он уже будет в декабре, 3 года будет уже. Вот, хорошо. Как средство массовой информации просим вас, пожалуйста, подписываться, если интересно какие-то новости узнавать, быть в курсе всех новостей. Пожалуйста, из журнала, интернет-портал. Кроме этого, 21 ноября форум для молодежи. Еще одно объявление, можно? Еще 15 ноября мы планируем для детей провести викторину «Знаешь ли ты ислам?» и приглашаем всех желающих детей, которые хотят прийти, поучаствовать, разыгрываются большие призы. И все вопросы, которые будут заданы, могут посмотреть на сайте РДМСО, то есть у нас все вопросы есть. Готовьте ответы. Готовиться? Хорошо. В общем, пересматривайте нашу передачу, чтобы понять всю информацию, которую мы сегодня пытались здесь уложить. Спасибо вам большое. Пока-пока.